В начале 2018 года Российской Академии Архитектурных и Строительных Наук РААСН был выпущен альбом «Инновационное предложение Российской Академии Архитектурных и Строительных Наук за 2017 год», в который включена запатентованная транспортно-логистическая система города. Для ознакомления со сведениями указанного альбома по транспортно-логистической системе и наглядного ее восприятия, войдите на официальный сайт Российской Академии Архитектурных и Строительных Наук на главной странице слева нажмите клавишу Инновационное предложение Раасн, выполните Скачать выпуск 2017.1 в разделе Отделение градостроительства альбома Инновационное предложение Российской Академии архитектурных и строительных наук выпуск 2017.1» содержится визуализация и краткое описание транспортно-логистической системы города под наименованием Эко город без автомобилей и выбросов углекислого газа. Интересного вам просмотра.